Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на устройстве Suunto Spartan Sport изменить циферблат. Итак, для этого нужно нажать и удерживать кнопку питания для того, чтобы перейти в раздел «Ярлыки», после чего спускаемся вниз и выбираем «Циферблат». И здесь видны циферблаты, которые нам доступны. При этом, очень важный момент, смотрите. Видим, что подобный циферблат можно прокручивать вот несколько раз. И после того, как мы выберем какой-то из циферблатов, мы выбираем потом цвет этого циферблата, нажимаем на кнопочку питания, и все, мы изменили циферблат. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч, до свидания.